вообще в этой жизни. Слушай, у меня мама прекрасно знала, что как бы я, знаешь, очень нравилась там одной девушке, мы с ней некоторое время общались, и вообще ничего там такого ни в чем не вижу. Лиз, я надеюсь, что Лене не удастся никогда нас поссорить. Прости, пожалуйста, за то, что я в голосовых говорила что-то. Это все тебя не касается. Это было на эмоциях, и я тебя очень сильно люблю. Ну что, Леночка, тебе отольются все слезы моей мамы. Конченая ты абсолютно. Что ты свой пост последний удалила про меня? Нечего предъявить? Я хочу публично сказать Мэри и Лизе, насколько сильно я их люблю. И насколько сильно я им благодарна за поддержку. Вот. Я им буду благодарна, в общем, всю жизнь. Да, мам, что ты плачешь? Не плачь. В общем, хочу сказать девочке в той ситуации, когда льют грязь, когда нас реально могут поссорить. Я очень благодарна, что вы продолжаете мне звонить. Я просто вас очень сильно люблю. Короче, если я в какие-то моменты повелась на провокации, то мне просто стыдно. Клянусь. Вот клянусь, ребят. Лиз, короче, ты знаешь, о чем я. Санечка, люблю тебя, целую. Спасибо за поддержку, ты шикарная. Знаете, дорогие друзья, мне просто стыдно за то, что я вообще на все это повелась. Мне реально стыдно. На все эти сплетни мне реально стыдно. Перед мамой, перед вами, перед всеми. Ленок, ты не переживай, что я тебе отказала. Если бы я спала с женщинами, я бы точно с тобой переспала, но, к сожалению, пока до этого не дошло. Очень жаль, что ты подтерла все наши переписки и твои голосовые, но ничего страшного, все равно про тебя больше ничего не выложила, так что... Люблю, целую, Леночка. Живи и счастливо. Конечно, когда ты признала, что у тебя был интим с девушками, мне ничего не оставалось, кроме как сказать, что... За мной тоже ухаживала девушка, но ничего страшного. Если бы даже переспала, мне не было бы стыдно за это. Так что ты тоже не стыдись этого, Ленок. Так, дорогие друзья. Кто со мной? Лиза. Дорогие друзья, мы собрались здесь по очень торжественному случаю. Мы отмечаем развод моей лучшей подруги Елизаветы. Поэтому нельзя не выпить и не напиться. Всех любим, всех целуем. Вот так. Ким Кардашьян. Ким Кардашьян, Флойд Мейвезер, Канье Уэст. Everybody, Джастин Бибер. Спасибо за мою чудесную куртку. Просто обалденно. Кожаную, посмотрите. Сказка, девочки заценили. Люблю вас. Маша, она где? На черном стиле. Она не чувствует себя покинной. Где наша тачка? О, чувак, где наша тачка? Лиза, пожалуйста!
девочки. Вот она, моя красавица. Красивая очень девушка. Манечка, моя девочка. Ты наклоняешься, твою голову там видно. Наклоняться куда хотел. Моя красавица, вот она моя любовь. Сердечко поставила. Мэри, скажи, что ты меня любишь. Лиза, я тебя люблю. А ты любишь из-за Локотрона и из-за Лизона. А Фидерзейн, малышка, в моем сердце. Обязательно было это написать тебе, главное, знаешь, чтобы ты знала, почему от тебя отписывается она. Ты проверила, она отписалась или нет? Ко мне целая 1000 людей подписалась из-за этого конфликта. Но моя девочка, бедненькая, страдает, лежит. Так что не надо. Человеку нервную систему нарушать. Покажи, как ты можешь купить. У меня красивый маникюр. Обязательно. Вот, да. Только не будем отмечать, где ты его делал, или будем? Не, не будем. Шикарный день. Он начался с утра просто шикарно. Делает просто трясет. Боже мой. Я думаю, сегодня мы отметим этот день как никогда. Да, Мэри? Маня, мы нашли тебе жениха, который сидит рядом. Спасибо, Лиза. Так вот ты играешь на скрипке, он играет на скрипке. Друга, подруги в лучшие руки. Ты понял? Ты должен жениться. Это не то, что хотели, но все же, да, Мэричка? Виктор! Ее не дома. Арман, почему ты сажаем ее не дома? Потому что она эскортница, она пошла зарабатывать бабки. Ну, честно, да. Ты понимаешь, что мне миллион нужно отдавать? Что? Ты сегодня заработаешь хотя бы половинку. 500 кэсов, зай, заработаешь сегодня? Отметь меня, я тебе пришлю завтра денег немного. Пришли. Какой на чай, блин, Маш? Теперь ты должна оплачивать. Все пишут, что ты предательница. Ты должна оплатить миллион. Ладно. Так что сегодня работа, не покладая рук, ног, рта и еще чего-то. Буду сосаться. Маш, ты поняла? Да. Чтобы это всего не было, давай, целую. Очень тебе люблю. Я тебя тоже. Давай. Вот сейчас профессионально я вас снимаю. А ты,